взяли топлика, отлично. Воу-воу-воу! Это что такое было? Но зато мы это сделали и открыли новую тачку, походу, ребята. Вот она, новая тачка, развалюха. Привет, ребятушки, вы на канале Никита ТВ Геймс, и сегодня мы продолжим играть в игру MX Hill Dash, ребятки. Как вы помните, в прошлом видео мы монстриком начали проходить наши уровни в пустыне. И знаете, ребятки, я все-таки сам уже их прошел, эти уровни. И сегодня нам открылся следующий этап — снег. Смотрите, ребята, нам открылся этап снег. И, соответственно, открылась новая тачка. Вот она. Смотрите, ребята, автопоезд. Вот такой вот грузовичок. Круто, да? Правда, он, конечно, у нас не прокачанный. Давайте возьмем подарочек. Так, взяли подарочек. Ну что? Он у нас не прокачан, поэтому давайте начнем нашим автопоездом проходить. Проходим этот снег и заодно будем работать над его прокачкой. Попробуем, смотрите, ребята, вот какие-то уже палки катятся. Ух ты, вертушечки, смотрите, вертушечки, ребята. Какие-то вентиляторы стоят. Вау, смотрите, стенка. На, получай, готово, стенка-то. Ускоряемся, горочка, ребята, там горка, там горка. Есть, мы заехали на горку, еще вертушки, смотрите, вентиляторы, они. Ой, ой, я в трубах застрял, в трубы, трубы какие-то, трубы. Обидно, ребята, обидно, трубы не пройти. Есть, прошли трубы, ребята, отлично, пойдем вперед. Юху, смотрите, еще какие-то вентиляторы. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, куда ты нас подбросило-то? Ничего себе. Ё-моё. Ну что, давайте попробуем забраться на эту большую горку. Вперед, грузовичок. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Не хватило. Ладно. Давайте попробуем побольше, разбойчик. Вперед, грузовичок, давай. Юху. А, почти. Нет, конечно, он у нас слабенький, ребята, что тут говорить. Он очень слабенький. Ну-ка, попробуем так. На тоже максимальный разгон. Юху. Есть. Мы взяли только топливо, а что толку? Нет, ребята, увы. Увы. Увы, увы, увы. Мы ничего не сделаем, потому что наш грузовик очень дохлый. Его надо прокачивать. Давай тогда, грузовичок. Ладно, надо идти, короче, ребята, его прокачивать. И пробуем еще раз. Так, мы можем прокачать прочность сначала. Отлично, прочность прокачали. И сейчас давайте прокачаем хватку. Есть, хватку прокачали и скорость. Пускай 15 нам не хватает, доплатим уже. И попробуем с новой прочностью и хваткой, ребята. Ну, я думаю, сейчас мы уже точно должны эту горку как-то может заехать. Так, трубки. Проходим эти все трубочки. Отлично, трубки прошли. Сбиваем мостик. На, получай. Так, подъем начинается у нас, ребята. Ну, я думаю, нам это... Так, трубки, да, проходим, отлично. Другое дело, ребята. Другое дело. Полетаем, давайте полетаем. Йоу. Очень плохо мы полетали, потому что мы с вами не взяли топливо. А топливо как не взяли. Фу, вот здесь взяли это топливо. Ладно, что пробуем? Пробуем ускоряться. Куда? Куда? Тихо, тихо, тихо. Поехали. Ну давай, мы сейчас должны это сделать. Да что такое, ребята? Ну что за дохлый грузовик, а? Нет, опять мы не можем пройти. Заехать на какую-то горку надо... Ладно, ребята. Фу. Ладно, давайте еще раз пробуем. Нет, плохо. Очень плохо, очень плохо. Ну же нет. Хорошо, тогда давайте возьмем наш. Все. Тогда падаем и взрываемся. Короче, надо прокачиваться, ребята. Прокачиваем скорость. Прокачиваем. Я уже буду тратить такие монетки уже. Ничего страшного. Давайте еще хватку прокачаем. И еще скорость. Прочность. И наклончика немного возьмем. Все. Сейчас мы точно сможем заехать. Я уверен. Ну же. Спокойно проходим все эти трубки, шмутки. Вот, отлично, отлично. Смотрите, у меня труба под колесом.
над колесами задними. И, ух ты, я с трубой вместе еду. Да, мы эту трубу своим. Отлично. Так, спокойно тут. Тихонько. Да что такое? Застрял в трубках. Это, конечно, жесть, ребят. Как можно, ну, как можно было в эти трубки попасть? Прокачанная машина? Давай, давай, ну. Ё-моё. Нет, мы не сможем пройти. Фу, успели. Мы же пока не успели. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Полетели. Твою дивизию. Ну, это, конечно, обидно. Нас подставили эти трубочки. Давайте еще раз, только сейчас как-то поаккуратнее. Казалось бы, вроде бы одни проходишь препятствия, на другие, скалываешься. А потом те проходишь, где скалываешься, на третьих скалываешься. Вот. Игра интересная, ребята, пишите в комментариях, какую вы игрушку играете. Может, вы играете MMX Hill Dash вторую часть? Она, может, вам лучше нравится? Поиграем мы в нее, если вы хотите. Ну что, попробуем сделать нашу вот уборку. Которую мы никак не могли сделать. Вперед! Вперед к КамАЗе, грузовичок, или как там тебя? Есть, это другое дело. Другое дело, ребята. Ложим. Ложим эти мостики, шмостики. И едем. Едем вперед, только вперед, ребята. Опачки, что это, смотрите. Очередные. Очередные какие-то вентиляторы стоят. Ладно, ускоряемся. Ускоряемся. Все, да, мы прошли. Отлично, мы прошли первый этап. Можем прокачать прочность. И теперь давайте возьмем второй этап, ребята. Вот он. Второй этап. Что? Посмотрим, что же здесь нас ждет. Какие тут будут препятствия-то? Ага. Ага. Ух ты! Я не смог сбить мостик этот. Ничего себе. Давайте еще раз. Это что за дела? Вроде бы ложил их спокойно. Тихо. Ложим его. На! Ёшкин приход, да что это такое, ребята? Не одно, так другое. Давайте еще раз. Только аккуратненько, аккуратненько. Максимально аккуратненько делаем все. На, пошли вперед. Есть. Вентиляторики какие-то. Вертушечки начались. Тихо. Трубка. Трубочка. О-о-о-о-о, что это было, ребята? Йоу. Нет. Конечно, прикольно. Было прикольно. Давайте еще раз попробуем. Так. Здесь. Ладно, здесь. Вот так делать, смотрите. Опа. Есть. Хорошо. Ни капли не потеряли скорости, времени. Вот тут надо не спешить. Тут не спешим. Надо в трубу попасть. Ого. Ого-го. Что-то на нас так отбросила. О, перепрыгнули трубу. Ой, мостик перепрыгнули, ребята. Так, все, разгоняемся туда. Сейчас разгоняемся. И поехали. Надеюсь, мы эту горочку пройдем с вами. Да, мы прошли эту горку, отлично. Вперед едем. Что там дальше нас ждет? Я даже не знаю, ребята, куда мы падаем. Йоу! Куда мы прыгнули? Тихо, пожалуйста. Мазик-то. Грузовичок. Супер автопоезд, не подкачает у нас. Ребята, смотрите, куда мы заехали. Мертвая петля. Так, сделали мертвую петлю, хорошо. Дальше что? Мост. Падает мост? Да, наверное, мост рушится. Но мы едем дальше. Ну, что дальше-то ждет нас? Еще один мостик. Ложим его. Нет, мы его не положили. Фу. Ладно, он опустится сам сейчас. Опустился мостик, пожалуйста, быстрее. Есть, ребята, финиш, мы это сделали. Мы это сделали. Отлично. О, хорошо, ребята. Ну, смотрите, новый этап. Снег. Третий этап. Тут будем с каким-то танчиком соревноваться, я так понимаю. Поехали вперед. Ну же. Конечно, грузовичок вообще не прокачан. Но это, в принципе, ничего страшного. Попробуем и так. Пройти какие-то тапики. Главное собирать эти монетки, чтобы прокачать наш автопоезд. Ну, пока идем нормально, да?
просто я не знаю, что нас там ждет. Ух ты, а что это такое было? Что это, ребята, было? Конечно, жалко, что мы перевернулись. Но было неплохо. Здесь надо вот этот наклончик нам прокачать. Отлично. Как-то потому что мы... Ведь я пытался там немножко уклоняться, но вот у нас вроде такой у нас неповоротливый, поэтому нас перевернуло. Давайте еще раз попробуем. Так, все пока тут простенько, все понятно. Ну же, главное сейчас нам не запороться. Тихо, пожалуйста, тут не. Я стою, я держу себя так. Есть. Фу. Теперь можно спокойно проходить дальше. Теперь посмотрим. Вот, топливо. Отлично. Взяли топливо. Так, тут кто-то уже лежит. А мы-то едем, положим мостики. Один мостик. Второй мостик. Все положили. Дальше спокойно проходим эти. О, есть! Смотрите, ребята, мы дошли до конца. Отлично. Есть. Прошли этот этап. Вообще красота. Давайте заберем денежки. Отлично, ребята. Круто. Очень круто. И можем прокачать скорость. Давайте прокачаем скорость. У нас есть деньги на прокачку. И следующий этап. Четвертый уже, ребята. Во сколько потом будет этапов? Наверное, там еще один последний. Ну же. Надеюсь, мы его пройдем. Но грузовичок вообще не прокачанный. И мы как-то, знаете, им еще что-то проходим-то. Есть, положили мертвая петля. Мертвая петля, ребята. Сделали мертвую петлю. Взяли топливо, отлично. О-о-о! Это что такое было? Что за атака труб? Вы видели? Давайте еще раз, я что-то вообще не понял. Трубы в нас стреляют или что-то они? Ладно, давайте спокойно сейчас не будем лезть на рожон, а перед этими трубами притормозим, может быть, да? Попробуем притормозить немножко, как сейчас я буду делать. Все равно зацепило. Ладно. Так, давайте прокачаем. Сможем здесь прокачать эти наклоны. Пробуем еще раз. Прикольно, какие-то трубы у нас стреляют. Ну же. Так, после мертвой петли тормозим. Эти трубы пролетят, и потом поедем. Сейчас тормозим. Хи-хи-хи-хи-хи. Все, мы это сделали. Мы это сделали, притормозили, ребята. И спокойненько поднимаемся. По нашему. Вау! Смотрите, опять какие-то трубы оторвались. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я знаю, что ты сейчас сам опустишься, поэтому... О, нет, ребята. Эти трубы... Мне не дали заехать. Ух ты, а где мостик-то? Что за дела? Давайте еще разок. Танчик, смотрите, танчик, мы против танчика. Посмотрим, как будет действовать танчик. Он же победитель в этой гонке. То есть будем вести себя так, как он это делает. И может быть мы поймем стратегию прохождения. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Есть. Вот танчик просто. Ему вообще ни по чем эти трубы. Они даже его не пробили. Так, спокойненько. О-о-о-о-о-о-о. Это танчик крут. Так, я с этими трубами, ребята, не заеду опять. Не, заехал, 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 отлично. Ёшкин ты хоть не заехал. А опять ему, пока я тут заезжал, мостик уже поднялся. Значит, мне надо что прокачать, ребята, с вами? Хватку. Давайте прокачаем хватку. Ну, чтобы знать, что у нас хоть немножко что-то прокачано, может. Если была бы хватка прокачана, в прошлый раз бы и заехали. Тоже мостик. И идем на мертвую петлю. Да, сделали петельку. Тормозим тут, тормозим, максимально тормозим. Все. Отлично. Прошли эти трубы опасные. О, отлично, тут перепрыгнули. Ай, мне трубы-то остались. Куда я? Да что такое? Куда-то вообще меня занесло назад. Так, давайте пробуем.
Пробуем заново подниматься. Йоу, отлично. Да что ты сделаешь? Ну ложись, мостик, все, ложись тогда. Все, поехали, ребята. Мы без труб. Прокачанная хватка, поэтому по-любому заедем. Ой, нет, я думал, тут у нас будет топливо ждать. А вот оно, где топливо-то. Ну ничего, гоним. Ребята, мы гоним. Я не знаю, падаем куда-то, куда мы падаем. Вроде пока ничего опасного. Мостики, трубы, мостики. Кто это такое? Что это, ребят? Где мы? Ладно, давайте поехали по газон. Не знаю, я сейчас не знаю даже, как тут проходить. Очень как-то все непонятно. Ну, давайте еще раз попробуем. Или, может, возьмем другую машинку. Попробуем этот этап пройти, потому что грузовичок он большой. Он просто не пролазит. Хотя тут надо тормозить, я уже и забыл, нужно потихонечку так вот приезжать. Йоу, съехали. Йоху. Так, тихо, спокойно. Сейчас разгоняемся. Разгоняемся, чтобы наши эти трубы не попали к нам под колеса. Мостик, давай, падай. Юху! Так, я куда танчик уехал? Мне надо, чтобы я танчика видел. Чтобы я понимал, как нам надо проходить те трубы, которые сейчас у нас не получается пройти. Ну ладно, смотрим. Пробуем, короче. Ух ты! Что-то вообще не получилось, да, у нас? Ладно, пробуем еще раз. А, все, видите, уже мостик разрушился. Ай, обидно, ребята. Ладно, тут он так почти тогда, да? Пробиваться. Пробиваемся почти, я надеюсь, у нас... Ну, все, давай, давай, давай. Фу, топливо взяли, отлично. Конечно, было бы классно, если бы мы заехали. Заехали, если бы... Тихо. Давай, давай, грузовичок. Ну что такое? Мы должны успеть. Я даже не представляю, как мы заедем наверх. Чё, заезжаем? Отлично, заехали, ребята. Конечно, поганенько. Это все поганенько было, но... Есть! Мы это прошли. Пускай очень плохо. Очень плохо, аж 40 секунд от первого места отстали. Но зато мы это сделали и открыли новую тачку, походу, ребята. Вот она, новая тачка, развалюха. И новый этап у нас, смотрите. Северный полюс. Нет, не Северный полюс. А вот он. Нет, стоп, где он? Так, так. Вот он. Беспредел какой-то. Ну, давайте попробуем с ним беспредел. Смотрите, новая тачка у нас. Юху, развалюха. Кажется, какая-то гоночная машинка. Да, ребята, круто, конечно. Но на этом, я думаю, будет все. И уже этой развалюхой мы будем играть в следующем видео. А пока все. Спасибо, кто смотрел это видео. Ставьте лайк, если вам понравилось. Если вы любите тоже играть в MMX Skill Dash, обязательно пишите в комментариях. На этом все. До скорого. Пока.